Здравствуйте, друзья мои! Мы опять в Хлебниково на канале имени Москвы. Сегодня изумительный день, как говорят синоптики, последние дни старого бабьего лета. Ну, действительно, сегодня абсолютно летний день. Видите, я даже оделся полегче в осенний костюм, потому что очень тепло. Посмотрим, как будет сегодня клевать окушок. Обычно здесь очень неплохо, как вы помните, по прежним моим съемкам. Вот. Сейчас я поставлю отводной поводок и начну кидать. Это практически мое любимое место. Я здесь знаю бровку, знаю ямки, поэтому я настраиваю свой спиннинг и начинаю ловить. Видно. Вот сегодня первый. Взял недалеко от берега, но очень смело взял. Вот он. Малюсенький. Зови более крупных. Замечательно. Прекрасно. Я же говорил, что здесь окунь есть. Ой, прекрасная вещь. Вот. Вот на такой зелененький наш любимый. Берет на него везде. И на Москва-реке, как вы видели позавчера в Серебряном Бару. Сегодня здесь Хлебниково, опять же, на него. Волшебный цвет. Универсальный цвет. Универсальный, ух ты, какой жирненький. Вот еще один взял. Красавец. А что значит, я правильно поменял цвет? Да. Машинное масло. Такой вот. Вот такой красивый. Ой, какой красавец. Вот что значит цвет. Глазками. Такой животик у него плотненький. Вот он. Ну-ка ныряем. Умеем нырять? Вот, смотрим. Оп. Ай, ты умеешь нырять. Хорошо, мама. Слушай, они все у берега близко. Берут у берега, это хорошо. Будем знать. А ты сетовал? Будем кидать вдоль берега. Да. Thank you.
проблемой. Рыбалка продолжалась недолго сегодня, где-то часа полтора, наверное. Но было поймано два пушка. Вот. Погода изумительная, непонятно, что нужно рыбе, как обычно. Потому что я менял цвета совершенно разные. Был один пойман на зеленый цвет, второй был на машинное масло, такой темненький цвет. Клёва практически не было, хотя я скажу, что вода прозрачная, тихая, погода изумительная, теплая. Но рыба почему-то вот неактивна сегодня. Тем не менее, результат есть, поэтому мы довольны рыбалкой сегодняшней. Так что до скорых встреч, всем пока!